Казахстане появится больше 7 тысяч станций 5G. Первые базовые установки в этом году разместят в городах Астана, Алматы и Шымкент. Об этом руководство компании «Казахтелеком» заявило сегодня на заседании общественного совета «Самрук-Казына». Как отметил Куанышбек Исекеев, в течение 4 лет 80% казахстанцев получат доступ к беспроводной сотовой связи 5-го поколения. По оценке экспертов, это существенно повлияет на экономику страны и качество жизни граждан за счет внедрения уникальных цифровых возможностей. Вместе с тем, телеком-оператор доступ к интернету налаживает и у сельчан. К слову, только за первые 4 месяца текущего года по технологии радиомост ко всемирной паутине присоединились более 1500 домохозяйств в 10 селах республики. Проектов тоже много. Мы планируем построить сети 4G. Далее планируем осуществлять покрытие сел оптическим волокном. Сейчас это мы делаем совместно с министерством. Они вот разработали программу «Доступный интернет». Более 3000 сел. Мы тоже в этом проекте планируем участвовать, но на общих условиях, то есть на общеконкурентных условиях.